от винта. Да. Здравствуйте, вот и дождались. Свершилось. Ура! Эмоции переполняют и зашкаливают. Во многих дворах началась установка новых современных площадок по сбору твердых бытовых отходов. Нет слов, площадки хороши. Яркие, нарядные, прямо как дымковская игрушка. С надежной ветровой защитой, чтобы мелкий мусор не разлетался. Ну и, естественно, с отдельным отделением для сбора негабарита. А вот унылые мусорные баки заменят теперь на евроконтейнеры с крышкой и на колесиках. Стало быть, идем в ногу с Европой и смыкаемся впрямую с мировой цивилизацией. Надо полагать, что и стоит это чудо инженерной мысли немалых денег. Но сейчас не хочется о презренном металле. Не до того. Правда, отдельные граждане выражают недовольство. Дескать, а когда будут несанкционированные свалки убирать? А то ведь уже июнь на дворе, а даже въезд в город по уши, ну, в этом, как его. Очень перед гостями неудобно. Но, честное слово, вы как дети. Красота, между прочим, она требует жертв. И причем очень немалых. Тут вот еще какой нюанс присутствует. Существуют в природе такие санитарно-эпидемиологические требования. Проще называемые в народе СанПин. Вот есть такой СанПин с длинным названием «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Подписаны были еще самим Геннадием Онищенко. Был у нас такой главный на всю страну санитарный врач. Документ, между прочим, убойной силы. Расписано все. Освещение, инсоляция, шумовые вибронагрузки, допустимый уровень ультра- и инфразвука и многое-многое другое. Вот просто бери в руки и исполняй. Ну, что, собственно, наши городские власти и делают, причем без отрыва от производства. Есть также требования к удалению бытовых отходов, пункт 8.2. Тоже все толково прописано, вплоть до наличия бордюров и зеленых насаждений у площадок бытовых отходов. Что говорите, бордюров нет? Ну, будут. Иначе зачем весь этот дорогостоящий огород городить, верно? И вообще, не цепляйтесь к мелочам. Но все-таки находятся отдельные граждане, которые лезут под руку в переломный момент. Дескать, фундаменты под площадки залиты капитальные, а под фундаменты трубы всякие, ну там вода, тепло и прочая ветхая инфраструктура. А ну как рванет, не дай бог, конечно. Это же придется всю эту красоту расковыривать. А кто восстанавливать будет? И будет ли? Граждане, учитесь мыслить масштабно. Я бы сказал, концептуально. И прекратите читать СанПины на ночь. Это еще никого до добра не доводило. Даже самого Онищенко. Одним словом, берегите бомжей, санитаров помоек. До встречи теперь уже на новых площадках по сбору отходов. И от винта.